Приветствую, друзья мои! С вами Антонина, и мы в магазине «Светофор». И начинаем свой обзор вот таких перчаток. Перчатки женские, утеплены, 90 рублей. Я сама купила эти такие перчатки, они очень тепленькие, хорошие, Санкт-Петербург. Вот. И здесь, видите, вот даже сотовым пользоваться сотовым телефоном довольно очень даже удобно с экраном. Цвета разные, посмотрите. К любой куртке, любого цвета можно подобрать. Вот я себе вот такие вот взяла и хожу, и очень даже приятные. И тепло рукам. Вот. Дальше смотрим, у нас магазин «Светофор». Вот прибывают новогодние игрушки, шары всякие разноцветные. И цены вы тоже видите. Вот так вот немножечко сделаю. Не подвинешь, тяжело. Вот, смотрим. Так, светильники, вот проектор. Вот, лежат бусы. В общем, ну, уже подготовка к Новому году идет, скажем. Товар прибывает такой вот интересный. Вот из новинок я вижу, шары пришли. Очень красивые. Цена 57,90. Ну, вот видите, то есть вы можете выбрать. Так, здесь скидка появилась желтым ценником на влажные салфетки 58,90. Вот аура. И выгодная цена. Смотрим дальше. Лампочки. Ну и здесь смотрим вот то, что буквально осталось, скажем, недельки две. Я вот только что вернулась из Казахстана и проехались по Уралу. То есть на Урале уже, правда, он уже растаял, выпал снег, и большие сугробы были. Но это буквально еще немного и придет к нам. И поэтому заранее уже смотрите ватрушки 841,90. Ледянка 184,60, вот такая вот. Здесь вот еще самокат стоит. И ледянка большая, с горки кататься вот лежа детишкам. 292,90. Ну и вот такой самокат детский, вы видите. 1065 рублей. Ну, это вот уже все подготовки к зиме. И санки. Санки. Цвета разные, зеленый, синий, красный, видите, 856,90. И со спинками, и с ручками они, то есть очень даже удобно. Вот, смотрим. Готовимся к зиме, и для детских развлечений, для прогулок уже вот все тут уже готово. Сегодня так много народу в магазине, что вот приходится вот так протискиваться для съемок. И из новинок вот такие вот лопата детская. Посмотрите. Чистить снег уже 89,90 всего лишь. Вот такая лопата и ручка хорошая. Для ребенка очень даже интересно будет. Вот. Пока они вот только прибыли. Это вот из новинок, что я вижу. Ну, этот товар мы уже неоднократно показывали. Просто смотрите. И идем дальше. Вот эти подносы 81,50. Вот мне тоже нравится. Я на подоконник везде расстелила и поставила цветочные горшочки. Мне так больше нравится. Потому что сейчас у всех пластиковые окна. Все мы хотим чистоту, порядка. Эти подносы очень удобные. Еще лоток для обуви тоже. Вот я везде расстелила. 92,90. Сейчас грязь, снег. Это все вот таяние снега в прихожей будет. Чем вставать на мокрые коврики, лучше поставить вот эти лоточки. Ну, набор контейнеров смотрим разные. Есть маска-сварщик. Мы ее тоже неоднократно показывали. И они тоже вот приходят, потому что спрос на них есть. И у меня супруг-сварщик, он тоже умеет сваркой работать. Сказал, очень даже удобно. 626,90. Испробовано, и поэтому рекомендую. Дальше идем. Сумки хозяйственные, уже со скидками 259,90 на колесах. Тоже интересная цена.
Так, наверху здесь вот вижу бокс универсальный. Здесь разных видов. Стулья, табуреты. Это все имеется в продаже. Эти вот стулья уже вот они как очень практичные. И цена на них 959 рублей. Тоже цена снижена. Смотрите, но посмотрите, какая здесь красота. Самовар электрический. 2419,90. Ну какая красота. Посмотрите, какой самоварчик тут с чайничком. Ага, вот так вот он закручивается. Да, интересно. Вот такой самовар. Ну просто красота. Разрисована хохломой. Смотрите. Мне очень понравился чайник черный. Прям красота. Украсит вашу кухню. И, скажем, с приходом гостей. Да и вообще шикарно, красиво. Посмотрите, дома будет стоять вот такой самоварчик. Очень даже красиво. Ну, рисунок прям... Люблю вот такой, скажем, роспись хохламу очень люблю. И подносы, и доски разделочные. Вот у меня у самой имеется. Очень красиво. 2500, в общем, цена. Ну, эту посуду вот мы уже показывали, поэтому как общий обзор только делаю. Так, комплект для коврик. Комплект коврик для ванной комнаты. Вот из новинок еще. 259 рублей. Ну, 270 рублей. Вот, тоже хороший коврик. И разные рисунки имеются. Посмотрите, вот, это тоже вот из новинок. Разные рисунки. Вот это мне тоже понравилось. И цена всего 250 рублей. Посмотрите. Запах даже ковровый чувствую. Вот, они плотненькие, хорошенькие такие. Вот. Ну, для ванной комнаты, вот кто желает. Пока их еще много, только это товар новый, я вот вижу. Рядом водоочиститель, и к нему же модуль сменный фильтрующий. Сам кувшин стоит 178 рублей. И модуль 84,50. Вот. Ну, коврики, конечно, мне понравились. Хорошие коврики за 250 рублей. Это нормально. Обновить ванную комнату. Так, идем дальше. Ну, тазы и унибоксы. Мы просто уже мимо них проходим. Ничего не комментирую, потому что мы про них 100 раз уже рассказывали. Здесь смотрим бульонницы, вот такие, банки, кружки пивные. В общем, для хозяек очень много. Ну, вот эти вот я показывала, конфетницы 98-10 на 4 ножках, хрустальненькие такие. Мне тоже понравились, вот, скажем, как украшение на столе, даже... Очень красиво будет смотреться. Ну и кастрюли вот 9 литров, 568,90. Вот они были голубенькие, сейчас вот такие вот светленькие, беленькие привезли. Цена у кастрюли 9 литров 568,90. Вот. Дальше смотрим из новинок. Здесь разделочные вот 3 доски. Набор разделочных досок 93 рубля, 100 рублей. И у вас уже на столе будет, скажем, отдельная каждая доска для колбасы, для хлеба и для мяса. В общем, тоже цена всего-то 100 рублей, можно сказать, 93 рубля. Так, пойдем дальше. Так, дальше у нас здесь турка электрическая тоже. Симпатичная такая турка. Но я не брала. Я не знаю, насколько она эффективна. Ну, какая чья разница. 529,90. Утюг 428 рублей. Вот такой вот утюжочек.
Вот, посмотрели. Так, это кнопочка. Вот такая вот. Режим, видимо, для пара. 428.90. Так, здесь у нас дальше мы смотрим термос. Термос тоже электрический. 1043 рубля. Тоже хорошая штучка вот дома, как бы, и сразу и нагревает, как бы, и уже держит температуру, как электрический же чайник. Ну и вода не остывает, этим она и хороша, наверное. Так, дальше мы смотрим, здесь у нас уже электрошашлычница вот такого вида. Тоже удобная штучка сейчас. Ну, здесь зеркала вот. Я их уже показывала. Зеркало косметическое 439 рублей. И электрошашлычница стоит 1500 рублей. Вот. Ну, супер цена вот здесь вот тоже со скидкой желтый ценник электродуховки. 2800. Ну, 3000 готовить нужно. И соковыжималка 1030 рублей. Вот такая вот. Соковыжималка. Все, так общий обзор покажу. Вообще магазин Светофор вот радует поступление нового товара. И, конечно, здесь выбор большой. И, скажем, и бытовая техника очень нужная. И, смотрите, и чайники. В общем, для дома очень много нужных предметов и для комфорта. Ну, вот кофеварка с двумя чашками 500 рублей. Тоже вот сейчас с желтым ценником со скидкой. Так, увлажнитель воздуха тоже вот штучка хорошая. Ну, здесь на пылесос тоже вот он сейчас со скидкой. Вот такой небольшой удобный пылесосик красненький. 1700 рублей пылесос. В общем, ну, в общем, интересного товара очень много. Так, возвращаюсь обратно, чтобы показать ее, чтобы вы видели еще раз. Здесь у нас остались вот кружка литровая, 131 рубль не показала. Стекла очень много на стекле, и тарелки глубокие, вот, и мелкие. Тарелка тоже ушла оттуда. В каждом видео показываем. Кастрюли тоже очень хорошие, эффективно. Вот фактически, что есть, я уже все приобрела, и мне очень нравится. Вот кто-то посмотрел, и так неаккуратно оставили. Так. Сковородки. Сковородку, конечно, не брала я такую. 759 рублей. Но все равно, вот придя в магазин, вот что-то необходимое, нужное можно выбрать. Правда же? И всегда вот есть что, вот, или даже уже высматривая сегодняшний товар, уже я вот уже решаю, думаю, ага, в другой раз приду, это куплю, то куплю. И здесь вот тоже чайник электрический, 312.90. Вот такой вот металлический чайник. И, конечно же, всегда в Светофоре очень много вещей и обуви. Посмотрите. Вот. Так. Вот эта обувь 549.90. Я сама купила, но это, скажем, если у вас подъем не очень высокий, для меня вот то, что нужно. И вот такие именно сапожки сама приобрела для выхода, скажем, на прогулку вечернюю, скажем, собачку выгулить из дома тоже хорошие. Они не промыкаемые и хорошенькие сапожечки. Вот 549 рублей размеры. От 36 по 41. Ну, смотрите, вот этот подъем. Вот для меня, у меня ножки не полные. Для меня это самое то, что нужно. Вот, как говорится. И дальше здесь сапожки женские зимние. Вот 457.50. И детские здесь есть. Дутики. Вот тоже обуви много. А женские сапожки, вот очень много их. Тут пока размеры все есть. С контейнерами. И расцветки тоже разные. Ну и галоши имеются в продаже. Также нам очень много вещей. Вот домашние брючки женские здесь. Так, у них цена 189.90. Так что
обновиться тоже можно. Так, здесь у нас колготки. Колготок очень много. Росита. Так, цена у колготок. 151 рубль. Ну, вот такие черные колготки. Дальше мы здесь смотрим полотенца. Подарочные наборы. Вот даже подарочные наборы я еще не видела. Ну, вот здесь банные и такой подарочный набор. 314 рублей. Вот такие красненькие, зелененькие вот такие подарочные наборы. Вот. 314 рублей. Очень много трусов. Большие размеры. От 48 по 58. 38,90. В общем, 40 рублей. И вот такие кухонные полотенчики. Посмотрите, красивенькие такие. Собачка тут. Ну, рисунки мы все смотреть не будем. 22,80. Ну и также в продаже имеется нижнее белье. И очень многие нижнее белье без галтера. 143 рубля. Смотрим. И очень много валенок. Вот валенки. Кукморские. Размер 20, от 22 до 33. И детские. Вот смотрите, вот такие. Такие вот валеночки. Так что здесь и ребенка собрать можно. И очень много сапоги. Вот такие зимние. Между прочим, я их уже показывала. И у них удобно, хороший тем, что стелька не бегает. 394 рубля. Дальше. Кальсоны мужские. 139 рублей. И леггинсы. Тоже их очень много. Вот, наверное, такие взяли. Вот, смотрите, красивые такие. А теплые, толстые. 208,50. 208,50. Вот здесь очень много. Дальше смотрим. Много сорочек тоже. Вот. И с рукавами, и без рукавов. Смотрите, хорошие сорочки. Так, цена у сорочек. Сорочка 161 рубль. А расцветки вот разные. Вот я уже здесь с рукавами вытащила, показываю. И вот без рукавов. Вот я вот брала без рукавов. Мне нравится. Я вот люблю так. Ну, очень много вот штанов всяких тут. Конечно, брючки детские. 184. И к ним же можно подобрать. Так, здесь колготки. Колготки 97 рублей. И жилетики. Жилетики и 399 рублей. И полукомбинезон 506 рублей. Посмотрите, вот весь товар не расскажешь. Очень много товара в магазине Светофор. Из вещей и обуви. Вот ухожу, и здесь носки шерстяные. Носки шерстяные очень толстые. И мужские, и женские. Вот они здесь. Как гетры даже удлиненные. Так что... И можно и валенки купить, и носочками здесь обзавестись. Цвета разные, все есть. Дальше вот в контейнере мы смотрим джемпер детский 164 рубля. Тоже цвета разные сейчас. Как утеплить ребенка вместо футболочки, скажем. Они такие вот, немножечко с начесом внутри. Тоже очень даже хорошо. Даже под джемпер одеть вот этот тоненький джемпер, как футболочка, тоже уже теплее будет. Ну, здесь и детские носочки, вот мы дальше смотрим, красивенькие такие, хорошенькие. В общем, утепляйтесь, друзья мои, в магазине Светофор. И цена носочек 66, 296, сапоги детские утепленные. Ну, это вот эти вот, они хорошенькие такие. Дальше смотрим. Здесь у нас колготки уже. Вот. И колготки. И здесь вот со скидкой детское постельное белье. Это 559 рублей уже. Вот. Целый контейнер стоит. Вот эта бумага тоже. Туалетная бумага очень хорошая, влажная. 38 рублей всего лишь.
тоже. Освежитель воздуха. Так, это морской аромат. И вот этот аромат сирени. Мне этот, то есть аромат сирени очень понравился. Еще очень удобно сейчас, вот мы уже салфетки фактически не покупаем. Покупаем бумажные полотенца 34-10. Вот два рулона 34-10. Тоже очень дома удобно, как говорится, на столе. Так, дальше у нас бытовая химия идет. И вот постельный комплект мимо прохожу. Не показала, а надо показать. Подушки, одеяло. Вот так и сделаю общий обзор. А вы смотрите, если вам что-то, какой-то товар приглянулся, смотрите, он в магазинах «Светофор», вашим нет, все равно их в каждом городе несколько магазинов «Светофор», вы их можете увидеть. Если нет, то ждите поступления, потому что товар повторяется. Вот подушки, одеяло, комплекты. Комплекты очень красивые, смотрите. Вот. У них рисунки такие вот современные. Такие красивые. Вот, каждый раз меняется поступление вот комплект, но очень красивые. 572 рубля двух спалки. И гобелен покрывал 443,90. Ну вот так вот показала новинки. У меня там внучка бегает, уже заждалась мне. Новинки показала. Смотрите, если что-то вам приглянулось, то это магазин «Светофор». Вот. И стиральные порошки, их очень много. 300 рублей. Это 9 килограмм. Вот. Так что это у меня вот супруг ходит. Анатолий, вы хотели вот такой вот приобрести? Положите хотя бы. Хватит прятаться. Это он, я пока хожу, снимаю, вот он уже тут уже покупки совершил. Ну вот, друзья мои, это магазин «Светофор». Я вам показал, скажем, уже и бытовую химию, и стиральные порошки, что у вас есть. И дальше вот пройдем уже. Хочу показать детские книжки и новинки, что у нас вот здесь есть. Из новинок набор картин по номерам с красками, вот, в ассортименте. 285,90. Вот. Если кому интересно, они вот приходили, их быстро разобрали. Я смотрю, снова вот они появились. Так что, если интересно, то это магазин «Светофор». В общем, так я уже весь обзор почти показала. Но для автомобилистов пройдусь вот по этому ряду. Вот еще покажу, что имеется в продаже магазин «Светофор». А вы уже сами смотрите, цены смотрите. И если вам это нужно, приходите в магазин «Светофор». Тосол, ключи, антифриз. Просто я на этом отделе не подробно не остановлюсь, потому что я здесь ничего не понимаю. Так что просто смотрите, что есть. Если вам интересно, вот аккумулятор легковой. Ну и смотрите, насколько это. По качеству ничего не могу сказать. Решайте и сами. Набор цветных карандашей вот из товара немножко покажу. Что есть? Набор для творчества. Ну вот все. До новых видео. Пока. Это был магазин «Светофор».